Друзья, всем салам алейкум, приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы запустили китайскую шайтан машину, гриль фирмы Go Garden. Посмотрим, как она себя покажет. Оставлю отзыв о нем обязательно по ходу приготовления. Готовить будем на нем сегодня мясо, стейки. Высыпаем угли левой рукой. Фаер-шоу, друзья, фаер-шоу. Придадим равномерный жар. Поставим сетку. Дадим накалиться сетке. Закрываем, заслонку нашу немножко прикрываем, смотрим температуру, нам нужно 170-200 градусов. Поставим шуб. Мясо мы едим well done. Вот стейки наши практически готовы. Thank you.
прекрасный стейк, друзья. Честно говоря, китайский гриль меня удивил. Очень нежный, нежный стейк получился. Ну, друзья, готовьте. Новаторство всегда приветствуется. Открывайте новые горизонты. Подписывайтесь на наш канал. Увидимся скоро.